Двойников персонажей культового сериала «Игра престолов» искали в Новосибирске. Победитель всероссийского кастинга станет лицом промо-компании нового сезона на канале РЕН-ТВ в ноябре. Предварительные этапы в один день прошли в 15 городах. Теперь фотографии претендентов выложены в интернете и началось голосование. По три лидера из каждого города попадут в финал. В Новосибирске 31 человек считает себя похожим на героев «Игры престолов». Больше всего двойников – 7 девушек у Дайенерис Таргариен. На втором месте – Ария Старк. На сходство с ней претендуют 4 участницы. Мужские персонажи оказались не так популярны. Ну, у меня вот по цвету волос он больше всего подходил. Я сначала хотел на роль Джона Сноуна, но по цвету волос я не подходил. Поэтому я решил Джейми Ланнистер.